Скажи, пожалуйста, вы видели такие телефоны? Конечно. Я скажу больше. Я пользовался этим телефоном. Живя на Рязанском проспекте в Москве. Вот, начиная там с 6 лет, с 7. И он был у меня лет 6-8. Ты его царапал, когда разговаривал, нет? Не царапал, нет. Я просто сразу разбивал стену. А вот я на самом деле нервничаю. Ну, тоже стараюсь не царапать. Почему? Что происходит? Мы снимаем новое видео на новую нашу песню. А может быть, это вообще будет дуэт? Ухожу в рассвет. Меня Оксана пригласила на главную роль. Я согласился, потому что считаю, что своим присутствием я чуть-чуть как-то... Скрасит обязательно картину. Вам сейчас покажем ту картину, которую нам нарисовали. Стоп. Камера. Начали. Алло. Привет. Концерт? Да, отлично, ну конечно. Мне очень понравилось в этом городе, не знаю. Вот сейчас сижу, читаю письма. На сайте. Сайт, дневник, там люди общаются. Даже песня рождается, знаешь? Так, все, есть в кадре, есть. Хочешь послушать? В пустой квартире, 3 на 4, одну минуту. Хочешь любви, лови мои в эфире. Сегодня не будет, и завтра тоже. Давайте, я за. Честно играть по правилам. Да, Кирилл, а можно сейчас? У нас Кирилл Бушан. Не хватает этого. Тебя заставить бы, тебя оставить бы. Тау!
все. А может, просто морочусь? Да. Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно? Ага, давай.